Главную чебоксарскую елку установят до 1 декабря. Главную елку по традиции поставят на площади республики. Как и в прошлом году, ее украсят светящимися звездами в национальном стиле. Также в первые дни зимы, если позволит погода, на Красной площади начнет работать каток. По восточному календарю 2019 это год желтой земляной свиньи. Символ наступающего года в столице Чувашии всегда устанавливают у почтамта по проспекту Ленина 2. Были представлены три эскиза от известного художника и скульптора Александра Жигарева. Мы воспользовались новой интерактивной площадкой «Открытый город», которая стартовала в этом году, и завели эти три эскиза на голосование. В голосовании участвовали 475 человек. Большинство голосов, 42%, получил пятачок. Изготовление скульптуры из папье-маше займет около 3 недель. И к середине декабря фигура займет свое традиционное место. К этому времени планируется полностью закончить новогоднее оформление города.